саженцы клёна и синелистного друмонди дадут большие возможности для ландшафтного дизайна, выразительная светлая крона будет удачно контрастировать с хвойными и другими деревьями темных тонов. Дерево вырастает до 7 метров в диаметре и 10-12 в высоту, любит свет, но хорошо переносит и полутень, приживается практически на любых грунтах, но любит плодородную рыхлую почву, хорошо выдерживает кратковременные засушливые периоды. В средней полосе морозоустойчив. Цветет редко. Кроме саженцев, клен друмонди поставляется также в виде крупномеров. Не переносит почв с застойной влагой, а также длительной засухи. В холодные зимы могут быть повреждены молодые побеги. Клен ясенелистный друмонди – это дерево. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.